Октябрь в Беларуси начнется с теплой, но неустойчивой погоды. Синоптики предупреждают об усилении ветра порывами до 15-18 метров в секунду. По югу страны возможны непродолжительные дожди и грозы. Как сообщает Гидромет, ночью по стране ожидается 5-14 с плюсом, днем 15-20 градусов. Теплая комфортная погода сохранится в стране до конца рабочей недели. С субботы в прогнозах синоптиков сплошная облачность и дожди. На Стамбул обрушили сильный ливень и град. Стихия затопила улицы и подземные переходы. В считанные минуты машины ушли под воду. Для горожан такое буйство природы стало неожиданностью, несмотря на то, что метеорологи предупреждали о сильных осадках в ряде районов. О пострадавших пока не сообщается, но спасателям работы заметно прибавилось. Лесные пожары, бушующие по всей Северной Калифорнии, унесли жизни 3 человек, уничтожили сотни домов и привели к эвакуации более 70 тысяч жителей. Огненная стихия не пощадила 150 строений, под угрозой оказались по меньшей мере 1500 зданий. Примерно в 225 километров к югу продолжает опустошать земли пожар Glass Fire. Дома и винодельни долины Напа превращены в руины. Завтра утром в Бобруйске будет сплошная облачность. Днем из-под туч ненадолго выглянет солнце. Максимально градус термометра покажет отметку 18. Минимально опустится до 12. Осадки не ожидаются. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.